Значит, это корейская кушетка Муга Бест, то есть механический массаж. Значит, какое действие она оказывается? Человек ложится в горизонтальном положении, и на него воздействует внутренний проектор, который состоит из полудрагоценного камня нефрита. Что делает этот проектор? То есть ходят ролики вдоль позвоночника, от крестцодел до затылка и обратно. Какое влияние оказывает? То есть ставит позвонки на место, выщемляет защемленные нервы, вытягивает позвоночник, массирует ткань с инфракрасным излучением и подогревом. Также у кушетки имеется турманевое покрытие, которое тоже используется для заболеваний органов дыхания, от сосудов нижних конечностей. Идет ионизация горного воздуха, улучшается обмен веществ, снижение холестерина. То есть человек может ложиться в обратную сторону на спинку, идет как согревающий процесс. При каких-то застойных явлениях, перенесенных заболеваний органов дыхания. Также к кушетке прилагается миостимулятор для проблемных зон, особенно у женщин. То есть существует здесь три программы для удаления проблемных зон. То есть стимулируются мышцы живота, бедер, улучшается структура мышц. Получается, да? Да, структура мышц. Также используется к этой кушетке, прилагается пятишариковый проектор, который тоже используется у деток у нас для повышения иммунитета, то есть путем прогревания лимфатических узлов и непосредственно воздействия на лимфатическую систему, что зависит наша иммунная система, непосредственно связана с ней. Также используется при заболеваниях лор, органов. Совместно с кушеточкой? Да, все прилагается совместно с кушеточкой. Также используется при заболеваниях внутренних органов, таких как поджелудочная, печень, желудка и так далее. Как ваши ощущения? Это ваша первая процедура или вы уже проходите курс? Четвертая. Как ваши ощущения после процедуры? Прекрасно себя чувствуешь. А вот вы делали ручной массаж в сравнении. Вы можете сравнить аппаратный и ручной массаж? Что вам нравится больше? Ну, наверное, здесь как-то воздействие на всю зону позвоночника. Ясно. Всего вам хорошего. Спасибо. И здоровья, хорошего отдыха. Спасибо вам большое. Пожалуйста.